Как защититься от хакерских атак на информационную структуру страны, говорили на заседании правительственной комиссии по защите информации под руководством премьер-министра. Абдулмуслимов отметил, необходимо активнее принимать меры по защите информационных систем и ресурсов в связи с участившимися атаками и взломами. Об уровне обеспеченности ресурсов защитой доложил министр цифрового развития. Так, важное условие защиты – аттестация государственных информационных систем, которую прошли на сегодня 6 объектов. В процессе находится еще 2. Подводя итоги, премьер-министр дал ряд поручений органам исполнительной власти регламентировать деятельность по выявлению, анализу и устранению хакерских атак в информационных системах.